Здравствуйте, уважаемые друзья! Приветствуем вас на канале Тутру. Наш рассказ про прицел Pulsar Digix 455 продолжается. После того, как мы его пристреляли на мощном калибре 3.38 Винмаг, решено было посмотреть, сохранились ли заводские настройки и сможет ли он после этого сработать на другом оружии. Так как, напомню, что было произведено около 20 выстрелов на тяжелом калибре. Поставили на 3066 ТКМ, благо планка вивера и там, и сям одинаково. Попробовали, прицел показал себя великолепно. Мы быстро его пристреляли, практически с трех выстрелов. Собрали хорошую группу в пределах одной угловой минуты. Для данного оружия, для начинающего охотника, прицел ночной, кто интересуется ночной охотой, практически безальтернативная вещь. По цене качества равных в России у нас практически нет. Несколько профилей пристрелки можно использовать даже на нескольких стволах, лишь бы крепление было одинаковое. Разнообразные прицельные марки. Для гладкоствольного, то, что является 366 ТКМ, с его дальностью порядка 100-150 метров уверенного выстрела, прицел вполне обеспечивает характеристики. Ночные прицелы второго, третьего поколения – это очень дорого. Розничная цена данного прицела без кронштейна составляет 85 тысяч. На сегодняшний день в данной ценовой категории, наверное, безальтернативное решение. Что по характеристикам пульсара? Невидимый кап подсветка 915 нанометров. Если включаете старые ночники, видно, как тлеющая сигарета, включается кап подсветка, то есть глаз ее видит. Здесь такого нет, то есть это полное отсутствие. Хорошо для скрытности. Первое. Второе. По питанию прицела. Здесь есть встроенный аккумулятор, а также аккумулятор съемный. Пока на съемном аккумуляторе есть напряжение, встроенный аккумулятор не задействован, то есть он у вас будет служить очень долго. Соответственно, это позволит очень долго наблюдать за окружающей обстановкой охотнику. Про функционал. Есть Wi-Fi, который позволяет писать это на телефон. Есть запись. Кому-то интересно записать момент выстрела, показать домашним, похвастаться перед друзьями, что вот есть трофеи, есть, соответственно, видел, стрелял сам. Это немаловажно. Соответственно, еще плюс несколько функций, достаточно полезных, разные марки, кто к какой привык. Некоторые, допустим, как Милдот, позволяют приблизительно определять расстояние. Еще у него корпус. Корпус – это стандартный прицел, 30-е кольца. Установка лучше, если будет делать профессионал, чтобы в кольцах он не скользил. Перетягивать его нельзя, так как сомнете трубку. Но на мощном калибре видели прицел с притертыми кольцами и слегка подклеенный на канифоль. Практически никаких сдвижек не произошло. Наглазник достаточно удобный, мягкий, быстросъемный. То есть его можно быстро снять, он на магните. Вот. Но будьте внимательны при передвижениях. Лучше его снимать по кустам, веткам, траве. Вы можете его просто потерять. Точность вполне достаточно для заявленной. 10 мм щелчок поправок. Меню достаточно простое. На сегодняшний день с сервисом Пульсара альтернативы ему нет. Есть аналогичный прицел ITN, но по сервису до Пульсара он не дотягивает. Пульсар пока вне конкуренции. Так как он, в принципе, не боится никаких засветок, то есть его свободно можно открыть, включить на солнце. Конечно, на солнце смотреть нельзя, не забывать, что это все-таки ночной прицел. Матрицу можно повредить. Все ночные охоты, особенно для 366 ТКМ с его дальностью 100-150 метров, данный прицел перекроет с лихвой. Прицел комфортно видит, определяет цель. То есть можете посмотреть, включить дополнительный кап-подсветку, если что-то, в чем-то сомневаетесь. По крайней мере, не стрелять
по силуэту, который появился на поле, несмотря на запреты, грешат этим многие. И потом, ай, я свинью убил. Нет, данный прицел позволяет разглядеть, отличить стекача от свиньи и спокойно на выбор стрелять, не торопясь. Это большое преимущество. Так как зверь вас не видит, вы спокойно производите выстрел. Подписывайтесь на канал Тут.ру. До новых встреч!